такая дождливая погода. Привет всем, ребяточки, всем привет. Дождливая погода. Медведково. Все, идем обратно, короче. Водитель отпустил. Говорит, там все без выгрузки. Говорит, езжай домой. Типа ты работаешь. Я работаю. Работаю. И все, домой, говорит, езжай. В Можайск ехать 3 часа. Первый заказ у него там. Два заказа, короче, без выгрузки. Первый в Москве. И второй в Можайске. До Можайска 3 часа ехать. И в Москве выгрузка. Точнее, без выгрузки. Пока он сейчас доедет до Москвы, это около часа где-то. Минут 40-50. Пока выгрузится, там 2 часа уйдет. Потом из Москвы выехать ему надо будет. Это, короче, немало времени займет. И потом из Москвы, пока он выйдет, до Можайска 3,5 часа ехать.